Саженцы Гейхёра гибридной Регина, Фьючера Хайбрид Регина, хороши для почвопокровных и ковровых посадок. Они требовательны к питательности почвы и в открытом грунте предпочитают полутеневые места. Высота многолетнего декоративного растения достигает 30 см. Отличие сорта в мягкой приглушенной окраске листьев. Цвет обратной стороны листа темно-розовый, лицевой, сложное сочетание серого, серебристого и лавандового, часто с голубоватым оттенком. Прожилки четкие, темно-зеленые, с утолщением к основанию листа. Период цветения – июнь-август. Цветки относительно крупные, нежно-розовые, лепестки полусложенные. Гейхёра гибридная Регина – это многолетнее растение высотой 30 см. Трава лучше всего подходит для групповых посадок. Гейхёра прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания гейхёра прекрасно устроит открытый грунт. Цветок окрашен в крупные цветки нежнейшего розового цвета на высоких и крепких цветоносах цвет. Летом листва выразительная серебристо-серая листва с голубовато-лавандовым оттенком и с темным зелено-синим ажурным жилкованием. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.